Ты говорил три. Она потом передумала. А, ты потом передумала. Кого? Что за призывы? Мам, сейчас будет добрая песня. Волшебный ларец открывается. Да хрен, ты же так не очень думаешь. Я листаю книжку о собственной жизни. Последнюю страницу кто-то вырвал и сжег. Ни одной четко оформленной мысли. Какая-то каша из размытых строк. Слишком много пропитано пролито. Слишком много забыто, не понято. Кто написал, до сих пор неизвестно. Цветные картинки только в первых главах. Ну ее нахрен, в сортире ей место. Только в общих словах там сначала занятно и здорово. А потом непонятно и холодно. Вот это место, что снилось лет 10. Вот идут двое по тонкому льду. Парижское небо, сияющий месяц. А вот я по крыше, не глядя, иду. Листьях тельняшка и скалы. Вот я на асфальте в потерянном дне. Похоже, я все же нашла, что искала. Сижу и не знаю, зачем оно мне. И море песен, что голову сдвинули. А вот и люди, что попросту кинули. Дворник шуршит, просыпаются птицы. Цирк оживает, какой там. Что же там было на последней странице? Наверное, поздно учиться читать. Она лежит и пылится на полочке. Недавно было чудо. Давно чудес не было. Знаете, когда мистические истории, когда так, вот этого не было 100 лет, и у меня недавно это было. Короче, вот там в песне, значит, в этой песне есть такая штука. Там действительно, когда я была мелкая, мне снилось одно и то же место все время на даче. Я так захожу за поворот, и там вот это вот место. На самом деле его там нет. То есть во сне я иду, поворачиваю. Еще помню, как сейчас называется улица Чайковского почему-то на даче у нас. Я на эту Чайковского вечно во сне попадала. Ну, просто улица и улица, ничем не примечательная. Но вот когда я просыпалась, я иду туда. Я же знаю, что у меня на даче, что, как там, где, когда, какие колодцы там, дворы, ну, дома, да, там все, дачу знаю. И я иду, поворачиваю, нету. Еще раз, знаешь, ты круги наваряешь, там нарезаю, с разных сторон подходила, а так, опять не то. То есть только во сне оно было. Я таки, что ты думаешь? Оно там появилось. Нет, оно там так и не появилось. Я проверяла, я периодически проверяла, оно там не выросло. Но недавно я поехала, собственно, вот в Невинномысск. Оно там. Отвечаю, причем, и, конечно, я забыла, на тот момент я вообще про него не думала. Я такая чопаю, там что-то погуляла в речку, Кубань посмотрела, там туда-сюда, иду уже, в общем-то, на место в списке, к друзьям домой, заворачиваю еще прикольно так, а я по карте Maps Me этот качала, чтобы не потеряться нахрен, смотрю, улица Чайковского, значит, дальше потом поворачиваю, куда мне надо. Врачи, улица Чайковская, такая, ёпт, это оно. Вот, ну, в ноль, то есть это действительно она была. Я в прошлой жизни жила в Невинномысске. Ты чё, ты знаешь?